Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон. И мы продолжаем проходить чудесную игру Шенму в рубрике «Лучшие игры». Я рад вам представить 21-ю часть моего прохождения. Итак, дорогие друзья, в последней части мы остановились на том, что провели наш первый рабочий день. Встретились со многими-многими ребятами, с какими-то бандитами, которые явно не являются безумными ангелами. Также мы встретились с нашим бездомным, также мы встретились с нашим другом и сыном мастера Чена, который так же, как и бездомный, научил нас новым приемам. Посмотрим, что же готовит нам новый день. И снова мы отправляемся в порт Нью-Йокосука для того, чтобы провести еще одну гонку. Посмотрим, какое место мы займем на этот раз. Интересно, за первое место дают только погрузчик? Или что-нибудь еще интересное? Так, надеюсь, я не разучился за эту недельку гонять. Good morning, everyone! Morning! Time for a daily warm-up race. You all do your best now. Yeah! Like always, three laps to the finish. Everybody ready? Yeah! On your mark, almost time to go. И погнали. Итак, у нас километры в час, максимум 40. Ready? Go! Особо здесь, конечно, не разгонишься. Но все-таки немного попадаемся, безусловно. Главное вовремя отпускать газ, чтобы поворачивать и вовремя его опять-таки нажимать. Да, вот так вот. Немного побортуемся. Куда ты? Ах, подрезаешь нас? Правильно, бойся нас, подрезай. Только бы он нас в стену сейчас не впечатал. А вот повернуть нам помог, это хорошо. Это действительно очень полезно. Они очень сильно заходят в поворот. Ну и это, конечно, дает нам небольшой шанс на преимущество. Только вот этот уголочек бы мне не въехать. Сейчас номер первый. Ты быстр, ты действительно быстр, но не быстрее меня. И на повороте мы тебя срезаем. Практически. Куда ты? Куда же ты? А, да что же это такое? Давайте, скорее. Подрезают нас, ребята. Подрезают. Я немного путаюсь иногда в кнопках и из-за этого упускаю драгоценные доли секунды. К сожалению. Но ничего. Пока что едем, движемся. Посмотрим, за сколько мы проедем. Этот круг надо мне поскорее поворачивать, побыстрее вернее. Не слишком сильно входить в поворот. Но и не слишком резко, а то можно печататься в угол в какой-нибудь. Жалко, здесь не хватает некоторого нитра. 58.98, да, видите? На долю секунды мы, конечно, позже приехали на этот раз. Почти на 60 сотых секунды. Да что же это у меня все время с этим поворотом проблемы. У меня с ним просто беда какая-то. Просто беда. Нет, не обогнать мне этого первого парнишку. Он просто вырвался сейчас вперед, оторвался. Его нужно обгонять с самого первого круга и больше не выпускать. Уже его вряд ли я сейчас догоню. Слишком большое расстояние у нас. Между нами слишком большое. Даже срезая вот здесь вот маленький этот уголочек, все равно он быстрее, конечно. Ну что же, в прошлый раз было третье место, сейчас будет второе. Финиш! Oh man, so close, you almost had it. Here's your prize. Thanks.
It's time for work. Let's get cracking. I'm ready. Today, you got to take this cargo to warehouse number 3. Here's the map. Don't forget the quota. No problem. Okay, good luck. Сегодня довольно сложненькая карта. Давайте посмотрим. Где наша карта? Так, какая-то из этих. Маршрут номер 2. Так, повернем. Ну, кто же так карту-то держит? А, квота. 8 ящиков. О, намного меньше. Так, отсюда мы срезаем угол и попадаем в склад номер 3. А, ну я понял. Мы туда уже завозили ящики. Ну, давайте. Давайте, давайте возить наши ящички. И посмотрим, конечно, где будет быстрее. Ну, давайте здесь попробуем. Хотя здесь, ну да, здесь намного проще должно быть, если я не буду, конечно, врезаться в угол, чем пробираться через вот этот поворот опасный. Боюсь я этот поворот. Самый страшный, самый опасный поворот. Так, склады номер 1-11. Тихонечко. Чуть не сшиб нашего надзирателя. Так, тихонько, тихонько. Вот, да, вот склад номер 3. Сюда нам и нужно завозить наши ящики. Давайте я парочку отвезу. А остальные мы уже будем возить без зрительского, так сказать, внимания, чтобы нам не затягивать прохождение, потому что действительно очень много времени это занимает. Вот эта работа довольно простая, довольно несложная. Ну, в принципе, все, дорогие друзья, поняли. И посмотрим, что у нас будет в обед. Lunchtime, eh? Итак, у нас 12 часов, а значит, время покушать. Итак, мы покушали, и теперь у нас полно времени для того, чтобы разузнать что-нибудь интересное от наших друзей и знакомых. Марк. Hey, Theo. Yeah. How you liking work? It's okay, I suppose. Well, I expect a lot from you, Theo. Right, I'll do my best. Theo, you got any brothers or sisters? No. I don't really have a family anymore. Oh, sorry to hear that. Да, к сожалению, это так. Hitoshi. Hi, Ryo, isn't it? Yes. I heard you helped out Mark yesterday. It was nothing. There's many mean-ass thugs in the harbor. Feels good to know there's someone like you around. Nah, I'm not that strong. About those thugs. We got a number of scary dudes here, but most ain't a bad bunch at all. Is that so? Takeuchi-san. Yo, you ate already? Yeah. Alpha Trading's free lunch deal is a pretty good idea, isn't it? Yeah. Hey, Takeuchi-san, why do you work at the harbor? Well, you see, the company I worked for went out of business. Really? My kids are still real little, so I have to support them. That's a tough break. Да, действительно, у каждого здесь своя история. Hey, Tsuyoshi. Hey, Ryo. How's work? It's okay. Yeah, I know what you mean. But at least we've got the race to look forward to. You're right. Да, гонка. Гонка это всегда интересно. Захватывающе. Так, давайте поищем наших знакомых.
Проверим бездомного. Здесь ли он же? Здесь ли он еще? Или ушел? Да, он здесь. Excuse me. Eh? What is it, youngin? I'd like to ask you about the Mad Angels. What for you wanna know about them? Well, you get mixed up with them and you're just asking for trouble. Do you know anything about them? That gang's done growing in recent years, you see. They're in league with some big Chinese cartel, looking to take over Yokosuka. A Chinese cartel? They call the shots around this here harbor. They don't take kindly to interference by others, so watch yourself. Know anything else about that gang? I know you do well not to get yourself involved with them. What would your family do if something happened to you? But I... You get mixed up with them and you're just asking for trouble. That's all I got to say about it. Да уж точно, спасибо, спасибо тебе. Хоть что-то ты сказал. Где наша запись-то? А, вот. Про картель запись. Ну, тоже весьма полезно. И давайте дальше. Дальше двигаться. Давайте зайдем к Тому. Хотя вряд ли, конечно, он нам что-то подскажет. Том вообще парень. Такой, не влезающий в неприятности. Том. Хайрио! I've got something to ask you. Do you know anything about the Mad Angels? Рио? You in trouble with them? Nope, I'm just trying to find out about them. No, man! Do not go and get mixed up with them! They're killers! Да. В общем, собственно, как и всегда, ничего особенного мы не узнали от Тома. Давайте прогуляемся по порту. Может быть, Гора встретим. Может, он нам что-то расскажет. Вон, сколько еще нам ящиков осталось перевести. 6, 12. 12 ящиков. Ну, вряд ли я, конечно, успею. Но норму мы выполняем. А если мы норму выполняем... О, Гора, привет! Гора. Yo, bro! You know about the Mad Angels? Oh yeah! Working hard, eh, bro? Why are you shouting? Don't you know, bro? You don't say that name so loud! Why not? Just because! You know about the Mad Angels? Hey! Oh, bro! Didn't I ask you not to say that so loud? That kind of talk is taboo around here! Why? I ain't privy to say. I don't know what you're trying to find out about, but I wouldn't be as indiscreet as you're being if I's you. Oh. I done told. Really? See you around. You bet, bro. Ну да, Гора ничего особенного и нового нам не сказал, ничем не поделился, поэтому давайте. Еще прогуляемся. Возможно, стоило позвонить Гуйжану. Может быть, с ним можно было поговорить. Но я, в общем, не знаю. Уже время у нас 1:30. Мы, собственно, ничего не успеем. Успеть бы только прогуляться здесь по порту. Может быть, какое-нибудь событие случится. Я надеюсь на это. Давайте добежим до конца. Может быть, там же у нас... Это эмблема безумных ангелов как раз-таки стоит. Поэтому, может быть, там что-нибудь случится. А может и нет, кто знает. Возможно, этот обеденный перерыв у нас пройдет без особых эксцессов. Да, ничего здесь особенного нет. Кроме, конечно же, этой эмблемы. Ну и, безусловно, работники порта нам ничего не скажут. Поэтому придется, как всегда, надеяться на случай. На удачное совпадение, что мы встретим того, кого нужно. Или же нас кто-то встретит. Ха.
Да, что весьма вероятнее и опаснее, конечно же. А бесплатные обеды это довольно-таки, да, интересно. То, что у них здесь и обеды бесплатные, а хотя нет, ну, хотел сказать, что еще транспорт, но нет, транспорт у них такой личный, так сказать. Ну и да, у нас заканчивается уже обед. Надо отработать вторую часть смены. Встретимся уже... уже после... после 5 часов вечера. It's already this late? Warehouse number 3. Okay. И что-то интересное сейчас произойдет, дорогие друзья. You guys. What the hell are you doing here? Children shouldn't play around with forklifts. You might get hurt, you know. Ha! Move it. You heard us? You're fired. Nice taxi you got here. Take me on home, okay? Get a move on. Whatever. Cut it out! Joke's on you, schoolboy! That's it. You're mine. It's showtime! Кажется, в первый раз они не поняли, что мы хотели до них донести. Эй, захват, 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 вот так. Ну а теперь ты, парнишка. Еще одна группа. Ну дела. Вот это удар! О, man! Help me! Where are the mad angels? Those guys are at the back of warehouse number 17. Number 17? Yeah, at the back of the warehouse. You lying? If you don't believe me, go see for yourself. Да, теперь я уже не такой школьник, ведь правда, ребятки? Уже намного-намного все веселее. Ну что же, время доработать этот день. Осталось совсем немного, поэтому давайте посмотрим, сколько Рио получит.
эти ребята, кажется, совсем не понимают, с кем связались. Пора бы уже им слушок пустить, что с Рио Хазуки лучше не связываться. Но они думали, что... Слушайте, сколько же их там было? Четверо, по крайней мере, в начале, еще четверо в конце. Ну, 8 человек точно, если не 10. Потому что, действительно, их было очень много. Но ребятки плохо понимают вообще. Плохо понимают, на кого нарвались. Забавно тут обнаружил интересную вещь, что если другой погрузчик едет прямо на меня, а мы с ним сталкиваемся, то он меня... Вот точно так исчезает. Точно так. Но это лучше, чем если бы я там где-нибудь застревал на самом деле. В переводе, кстати, было сказано, что... если ударишь нас, то тут же будешь уволен. Примерно так. Но здесь, конечно, вот что меня еще вот поражает в этом переводе, что порой фразы очень упрощены, а порой действительно сложные выражения переведены правильно. Вот это меня и удивляет в этом переводе. Действительно, как бы... молодцы, то есть выражения, которые можно было бы в принципе перевести неверно, переведены точно. А некоторые, которые можно было перевести, ну, поточнее вообще-то как-то, переведены довольно небрежно. Как вот эти, например, были. Ну, дайте мне последний ящик уже сгрузить, ребят. Время, деньги у меня. Gotta place these in the lines. Давай. Да, последний мы ставим. Отлично. И конец смены. Finished for the day. Okay, good job. Here's today's pay. Thanks. You met quota, son. So starting tomorrow, you'll get a 50 yen raise. That'll be 400 yen per crate. Thank you. Keep up the good work. Yes, thank you very much. Прекрасно, со следующего дня мы будем получать уже 400 йен за ящик. Давайте прогуляемся по вечернему порту и поговорим, может быть, с кем-нибудь, кого-нибудь встретим. Я на это надеюсь. А, да, нам же сказали очень-очень интересную информацию о том, что где находятся безумные ангелы. Правильно, за складом номер 17. И, по-моему, это тот самый склад, куда я все время бегал в надежде с ними встретиться. Но теперь нам сказали точно. Точно сказали, что они там. Хотя это можно было, безусловно, догадаться и раньше, просто прогуливаясь по порту. Cut it out! You again? This time you're dead. Да, эти ребята ничего не усваивают и ничего не понимают. Ну, так, да что же вы меня сбиваете-то так? Вот так, захват своевременно. Да, удары ногами у нас получаются лучше всего. Захват, я сказал... Захват, я сказал. Ах ты, промазал я. Жалко. Очень мощный удар. Да куда ты нас пытаешься все ударить? Слушайте, он тут самый злой вообще. Ну и на тебя найдется управа.
Ах ты! Откуда ж ты взялся? Ты не было ж тебя в палате царской. Да вы по одному на меня нападаете. Ну хорошо, действительно, так попроще. Но все-таки уже очень сильно вы атакуете, а мне надо уклоняться, а я... Действительно, с уклонениями у меня весьма плоховато. Ну ничего, справились. We won't forget this. Mark, you okay? Oh, yeah, I'm all right. No problem. Oh. Careful. Опять мы спасаем Марка. So, looking for your brother. Yeah, my only brother. He's about your age. But now, he's probably at the bottom of the sea. Killed by the Mad Angels. Why would the Mad Angels kill your brother? It appears he may have leaked some important information. Is that why they... Probably. At least as far as I could tell, only one person was killed. So you're not sure? Was the guy who heard the information killed? Or my brother, the one who leaked it? Oh yeah, Dio. I heard the information was about a black market deal. With some Chinese cartel. A Chinese cartel? The Chiyu men. Итак, мы узнали еще одну важную вещь, кроме того, что мы спасли Марка. Брата Марка могли убить за то, что он проболтался. Но о чем он проболтался? Следуя за безумными ангелами, я выйду на Чию Мень. А это весьма-весьма для нас важно. А, похоже, что события за складом номер 17 для нас уже на сегодня закончены. И здесь уже не произойдет ничего нового, как мне кажется. Хотя на безумных ангелов, конечно, мы уже нарвались. Это точно. Потому что это уже не простые рабочие в спецовочках были, а довольно разодетые ребята. Просто так они тут гулять не будут, явно. Что им делать в порту? Давайте, конечно, опять же прогуляемся по порту. Может быть, еще что-нибудь встретим, узнаем, увидим. Я надеюсь на это. Еще даже вечер не наступил. Так что, возможно, все впереди. Немного тени подглючивают. Ничего страшного. Марк у нас тут, как всегда, стоит на пирсе, выглядывает. Кого выглядывает, что выглядывает, не знаю. Hey, mister. Oh, it's you, youngin. You been training? Yeah. That's great. Now then, I can show you how to use it. Use it? The shadow step move? It's rather hard to do, so I'll only do it once, so pay attention. Before, I just showed you how to slide behind your opponent. Once you're behind your opponent, strike the back of the neck. An unprotected neck's weaker than you'd expect. An accurate strike can paralyze. Strike just after sliding past your opponent. If you practice, you'll get it. I understand. Thank you. Бросок меч тени освоен. Видимо, нужно уклониться, а потом нанести удар. Да, спасибо. Спасибо этому бездомному гражданину. Кстати, мы так и не знаем, как его зовут.
Весьма было бы неплохо узнать. Итак, у нас впереди совсем вечер. Давайте, может быть, встретимся с нашими знакомыми. Гуйжаном и мастером Ченом. А денег мы уже получили довольно много. Заработок идет, идет заработок. Хотя, конечно... Зарабатывать нам на билет на самолет еще долго-долго. Очень долго. А, не то. Hello? Mother's Earth. Comrades. Father's Heaven. Nine Dragons. Warehouse number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are... My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah. I must consult Master Chen. Arrange us a meeting. Father's not around. Well, could you meet me? I need to talk. Что ж, Гуйжан согласился с нами встретиться. И в порту наступает вечер. Давайте же сходим к Гуйжану. Уже начался дождик. Весьма слякотная погода. Посмотрим, что он нам скажет. Может быть, расскажет что-нибудь про безумных ангелов. Хотя вряд ли. Не очень-то хочет он с нами делиться этой информацией, как мне кажется. I need to go to warehouse number 8. I have an appointment with Master Chen. What's your name? Dio Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. Последнее время мы все время стали проводить наш, так сказать, досуг в порту. Уже практически не появляемся в родных краях. Забавно. Как эти охранники знают, что вот мы и тот, кого ждут. Уж не по громкой ли связи там объявляют? Ну, вряд ли, вряд ли. Так, где же Гуйжан? Давайте поднимемся по лесенке, посмотрим. Может, он где-то в офисе? А, нет, вот же он. Гуйжан, Азуки, about the mad angels? Give it up already. What? You don't want to irritate them any more than you already have. But they're a much bigger organization than you think they are. If you get in too deep, you may end up dead. But I just... Fine. But don't say I didn't warn you. Ну, он же сказал, не говори, что я не предупреждал, значит, он согласился что-то сказать. Нет, нет, не согласился, к сожалению. Гуйжан не хочет нам помочь. Ну, да, во имя нашего блага, безусловно, лучше нам с ними не связываться, но придется. Как же нам еще информацию-то вытягивать? По крупицам. Буквально по крупицам приходится узнавать что-то, разыскивать, выспрашивать. Но этого даже недостаточно. В основном все наши знания... Происходит только от неких случайных встреч. Посмотрим, что мы сможем сделать этим вечером в порту. Я прогуляюсь, безусловно. Если мы кого-нибудь встретим, ну что ж, хорошо.
А нет, так отправимся домой, в конце концов нас ждет киса, которую нужно покормить. И... может быть, мы повидаем Назоми. Кстати, давайте поговорим, что это здесь он стоит. Excuse me. What? Do you know where the Mad Angels hang out? The Mad Angels? What's that? They're a gang of thugs. Do you know where they are? Let me see. I hear talk of some gang who make trouble in the harbor at night. I see. That's them. Rumor is they all ride motorcycles. That's the extent of what I know. I see. You could probably find them at night, right? Ну, да, смотрите-ка. Байкеры собираются по ночам, это они? Ну, видимо, это они. Кто же это может быть еще? Наш охранник с лазерным мечом. Забавляет он меня. Давайте прогуляемся к 17-му складу. Наверное, нас там ждет теплая встреча. А может и нет, кто знает. Охранников здесь довольно много. А значит, никого особенного мы тут не встретим. Кроме нашей старой доброй граффити. Старого доброго граффити. Ну, значит, наверное, на сегодня в порту все. И время нам уже отправиться домой, как я думаю. Посмотрим, что на это скажет Рио. Но с байкерами мы, конечно, уже встречались. Весело, так сказать, провели время. Да, видимо, этим дождливым вечером ничего особенного уже не произойдет. Поэтому я предлагаю отправляться нам домой и посмотреть, как там наши дорогие. Назоми. Назоми. О, Рио. What's wrong? I was just... thinking about something. My mom called. It's been a while since we talked. Anyway, we had a fight. Really? Is your mom still over there? Yeah, she's still in Vancouver. Even though she worries so much, at least she's let me make my own decisions. Kind of like Ine-san. Yeah. Да, мама Назоми, как вы поняли, находится в Ванкувере, в Канаде, куда она хочет перевести саму Назоми, но Назоми держится пока что за эти места, за родные места, также держится не только за друзей, но и за Рио, который ей очень нравится. Ну и давайте в Сакурагаоке купим игрушечку. По возвращении домой. Потому что раньше мы каждый день это делали, а сейчас Рио отправляется с утра сразу домой. О, сразу на работу и ничего не успевает. Maybe just one. Ну, шарик. Что это? What? This again? Шарик, это неинтересно. Супер шар 2. Maybe I should get another. Мы могли бы взять Changed и другую, но... достаточно, в принципе, и одной на сегодня. Hi. Yo. The nights are getting cold, aren't they? Yeah. Guess so. I'm gonna head home, but... you ought to get home, Rio. Yeah. See ya. Yeah. See ya. Да, странноватый диалог между друзьями, я вам скажу. Довольно странный диалог между друзьями. Посмотрим сейчас в Яманосе, на месте ли наша киса, или же Мегуми забрал ее домой, собственно, как она и обещала. Потому что мама, ее мама разрешила брать, взять...
кису домой. Да, все уже. Она увела ее домой. Не знаю, может быть, она здесь днем, но, как мы видим, вечером ее уже нет. Ну, а время уже позднее, поэтому, я думаю, нужно отправляться сразу спать. Ну что же, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.